Мурлок. Да ети. А, нет. Все нормально. Ну там типа на матрасе сидела. Кстати, как ни странно, здесь классический Джейсон. Именно такой Джейсон тут и бегал. Он же тут маску нашел. Или не здесь? Я играю за зайца. А, замечательно. А я заяц в купальнике. Ах, ты предала зайцев. Да, я предала зайца. Хэллоуин уже прошел, поэтому самое время в купальнике побегать. Погода же самая подходящая, правда. Ну, тут-то да. Ну, тут, ну так. По-моему, все равно... В смысле, ну так? Тут вообще капец. В дождь, в холод, в слякоть. Да тут-то ни дождя, ни слякоти, ни солода, ни хмеля. Ой, Джейсон, ёпарасоте. Джейсон в большом доме. Где-то из больших домов под рядом. Как обычно, лодка есть. Он уже кого-то убил? Ну, кто-то вышел, да, уже. Прекрасно. Если сейчас Джейсон пойдет сюда, то просто зашибись. Господи божечки, слава яйцам, что карта. Твою мать. Че, Джейсон? Че, Джейсон? Ну ты говоришь, твою мать. У меня не надо Джейсон. Что... Так, ага. Ну, говори, говори. Блять, пойти попробовать вентиль поставить или не надо? Не надо. Ну, если не ты кто? Я очкаричкой с твоей. Нет, если нормально ставит, то что, не против. У нее не сетка. Ну, так я и говорю, если что, знаешь, ставь. Где он тут? Где? Ой, простите, как обычно, что, я сел записывать, и у меня насморк. Вот у этого самое забавное, он не хлюпал. Вообще вот прям отвечаю. Вообще не хлюпал. Просто не хлюпал, а совсем не хлюпал. Не знаю, как так уметь надо. Там Джейсон где-то рядом со мной. А я пешочком гуляю по Москве. А где? А где ты сейчас? А я в доме, под желтым домом, там ниже, туда вниз. Следующий дом. Под желтым домом, поняла. Хорошо. Под жопный дом. Жопный дом. Так, но он меня убьет. Он уже вычислил, что это я. Это Джейсон. Этот, я хотел сказать Джарвис, оговорочка-то по Фрейду. Этот, скажи. Этот Джейсон не любит зайцев. Он сразу сказал. Да? I don't love rabbit. Я такой, ну и все. А он love только Devil, как? Devil. Devil. My cry. My. Ну, my cry. My cry, все правильно. My cry. Это my cry. Это как в этом, скажи. Как его? Футбол, Galactic Football, там, My Cry. Джейсон, персонаж. Killing my friends. Я, кстати, полицию вызываю. Ты ни хера там прям. Жжёшь. Ну мне пипец, он сейчас придет сюда, как бы. Ты найди эпичное место, чтобы тебя убили. Да, прекрасно, заяц, короче, который хочет спастись, ищет для себя, для... Ну, короче, он потому что знает, где я. Ну, так вот, да. И Джарвисом я уже не буду. Сука, ножичек бы по-хорошему мне бы найти. Точно бы по-хорошему не мешало. Хилки сплошные, сука. Так, а что у нас тут есть-то? Что прикольно. Там есть? Я не знаю, что есть. У меня карты нет. Я знаю, что у меня нет карты. Машина в самом низу. И а я знаю, где машина, я знаю. Где лодка, я правда не знаю. В самом верху, на левой части. А, понятно, на том. Неподалеку от отростка. Понял. Да хорош преследовать-то меня! У тебя там такой экшон. Да никакого экшона, хорошо. За мной бежит просто какой-то персонаж и все, и вот... А, ясно. Привязался и все, блин, и... На кого мне хрен надо?
ты мне этот, ищи Бенз, пожалуйста. Я Бенз? Да, ты Бенз ищи. Лежа, что ты его ставить можешь? Mm-hmm. Так я думаю, он в большом доме. Ты а только я... что там, блядь, был. Я не был в большом доме. Я ставил фьюзы. Фьюз надо было ставить в маленьком доме, внизу сам. В одном из трех, там, да? Налево, которое. Блять, я там была. Ладно, не суть. Бляха, я вернулся обратно. Прикинь, я круг сделал. Красава, чё. Пиздец, вот это просто, я не знаю, это шедевр. Это уметь надо. Я что-то походил, повертелся такой, вернулся обратно. Что это было сейчас? Да, пожалуй, это, блядь, реально уметь надо. Я, короче, специально держал ориентир, думаю, во, костер, бегу так, чтобы по костру, всегда держусь право. Угу. Держался всегда право. Круг сделал. Вентиль поставила. Чё ты? Вентиль поставила, говорю, ищи Бенз, пожалуйста. Ладно, так а ты на карту открой, может, там уже есть. Нету, в том-то и дело. Ну я пошел умирать тогда. Я большой дом. Я делал свое сделал. Типа я вызвал вам полицию. Блять, чувак прет, Бенз уже, все понятно. Походу на лодке попробую уехать. Давай, давай, спасайся. Единственное, что, блять, я без оружия. Хотя какая разница, лодка же, блять. Если он поймает, то все, там либо на плыть куда-нибудь, либо не плыть. Да. Уплывать здесь под его хватки, потому что он схватит, и все. Хвать! И кусь. А потом лись. И все. Давай садись. Так, молодец. Ты ему, главное, говори, куда ехать, если что, вдруг он не знает. Так, а ехать... Ой, блядь, ехать-то далеко. На таб говори, главное, если что, ему. Твою мать, а в смысле? О, поп. Ну, на тап, в смысле, на этот, на Т. No. Right, left. Так, все. Развернулся. Нормас. Едем. Перемешиваем. Right. Right, он сейчас на правый повернет. Все нормально, нормально. Это круто! Знаешь что? Я карту нашел. Сука, молодец. О, черт. Убили последнего, который был тут. Да, теперь вы вдвоем спаслись, получается, я последний. Да, все, мы уехали. Я последний. Спасибо. Да? Блять, ну. Типа вот. О, я зато в этот в кабинете у Джариса тут где он. Заебись. Ура! Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем, кто как бы, да, и не за что. Я что-то о кабинете подумала, это помнишь, которая часть-то была с этой, которая четвертая? Нет, не четвертая, пятая, по-моему. Или четвертая. Там, где эта баба телекинезом владела. Думаю, да, кабинет, все, заебись. Вспоминаю, что это... Чуть-чуть не Джарвис. Ты, конечно, красава рядом с большими домами сейчас тусить. Так а чё, у меня вообще ничего нету. Кстати, я сейчас только что первый раз вообще общалась с человеком, что-либо говорила в голосовом чате. Я 35 уровень, и я первый раз это делала. Он куда-то шагает, там ходит. Чё он там ходит? Ты его видишь? Я его на карте вижу. Он прямо... Его маска в зоне видимости. Mm. И мне это не у нравится. У тебя, если что, 11 минут есть целых. Отлично, я побегаю. Выживаешь. Я в доме похожу. Можно? Там вон телек на полу стоит. Ты чё с мачете-то, кстати, ходишь, а? А я сейчас, сука, вам отключу. Вот так вот, пипец. Я сейчас Джарвиса вызову и все. А не вызван? Нет. Сука! Ты погоди! Я Джарвиса вызываю! Ты прикинь, он пришел ко мне.
Джарвис, спасай меня. Томми. Где он там? А у тебя есть что-нибудь вообще? О-о-о. Блядь, а у тебя, конечно, молодец брать этот, мачетку. Ну а что еще там делать? Ну, биту взять. О, все, беги, беги, беги. О, Джарвис появился, прикинь. Ага, так он что-то не помогает. Ну, сейчас, надеюсь, поможет. Джарвиса зовут Оливер. Давай, 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 не, пожалуйста. Я не смогу. Давай, давай. А, заяц давай, бежал. Кролочка. Красавчик. Я вообще не знаю, как он прям шел по пятам. У тебя стамина кончилась, да? Уже? Ясно. А, красавчик. Или красавчик. Это вообще пипец. Я все сделал. А Джарвис-то что стоит? Не знаю. Я его вызвал, чтобы помогать, спасать, а он стоит, тыкает, ты прикинь. А я вентиль поставила. Я его через всю карту пронесла. Понимаешь? Я через всю карту пронес фьюз, через всю карту пронес себя. Через всю карту Джарвиса пронес. Я офигею просто. Нормально, хорошо, неплохо. Чё ты, Джарвис, делаешь-то? Мне кажется, этот парень просто растерялся. Он такой, что? Что? Тут петарды? Это, походу, лут с меня уплыл. У тебя были две хилки петарда? У меня, да. А чё, я, конечно... ты с Оливером уплывала, что ли? Нет, я уплывала с последним вон, который хост у нас. Ха, сейчас. Блин, я не знаю, может на паузу ставить и вернуться потом тогда? Да, что, давай тогда так. Чё-то Джарвис какой-то очень странный. Не, я хочу посмотреть, что он хочет сделать. Не, мы уходить-то ясненько не будем. Просто записывать ли? Да не надо. Думаешь, не надо? Ну, вернемся тогда этот, скажи. Как, если будут его как-нибудь убивать, то покажем. Да. Нет, там же очкарик ставил, у него тоже десятка. А, очкарик ставил? То есть уехали очкарик и очкаричка, ведь? Те, которые с катарактой на Марс летели. Одна на Марс, другой до Сатурна сразу закидывается. Он сначала не в ту сторону вообще поехал. Так, я и говорю, он перепутал, говорит, о, я смотрю, я вижу кольцо. Очкаричка говорит, стоп, это кольцо Сатурна, нам на Марс. А вот, ага. Бляха, я дошутился. Чё, очкаричка или... Очкарика, бляха. Очкарик? Очкарик. Так меня сейчас убьют. Я в хэ... В хэ... В хэ... 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 Тут писают. В туалетах. Уборная. Вспомнить тут не мог. Сука, я во что уперлась-то тут такое, блядь? Я, по-моему, уперлась... А, да, я, кстати, была без рации в прошлый раз. Вообще. Да, какая разница, он же рядом с тобой был, он тебя слышал. Да. Ну, понятно, просто в целом, что... Сука. Я пока убегу. Я знаю, где фьюз ставить. Я Джаруса вызвала. Серьезно? Да. Шустро ты. В отличие от предыдущего там... захода, ты прям, я не знаю. Я там с этим домом теснусь. Сука, когда забегаешь в туалет и думаешь, все там точно шкафчик стоит этот. А там не шкафчик, а дверь. В туалете дверь? В каком туалете? Какая дверь? Ты о чем? Да какая-то дверь тут в туалете. А, знаю. Туалеты, понятно, я понял. Нет, нет, я думал, нет, ты... Да. А в обычном доме, в смысле? Да. У меня двери, как обычно, не закрываются. Ну, фиг или очкарик? Он подбегает, двери не видит. У меня в той катке вообще, наверное, все двери закрывались сразу с третьего по минимуму. Так, а нет, у многих так просто. Есть проблемы и небольшие. Ну, с закрыванием двери. Вроде бы... Да, такая мелочь. А приятно? Раздражает тут. Такая мелочь, а приятно? Я, кстати, двое ключей имею.
Сука, сколько? Все, пиздец. Guys, I have a 2K. Ты сказал, а вот ты без драться. Да, я сказал ближним. Ближним своим. Воу-воу, так там уже все сделали. Вообще все-все? Вообще все-все. Какую машину-то сделали? Четырехместная. А где она, бляха-муха? Сейчас пойду посмотрю. Ты с картой? Ну да. А я пошел, я сейчас добегу вот тут рядом. А, дом Джарвиса тут, кстати. Какой дом Джарвиса? Это ой, ну в смысле, лыка. Где Джарвиса вызывать? Я там недавно была. Я понял, я бегу вот к дому там. Ой. А, нет. Тут рядом со мной ребята обсуждают, если у них... Hello, boys! Hey, girl! I have two keys. You have two keys. Okay. Give me health. I drop keys. Okay. Киньте кто-нибудь хилку. Кинули тебя? Сколько человек ты там? Киньте кто-нибудь. Я могу кинуть. Все получилось. Наскучно. Hello. Hey, Jason. Not. No. No. Что это, Кэзи? Вот идет. Я пошел фьюз ставить. Мне давай. Фьюз просто скинули. Понятно. Пошли ставить. Там, фьюз. Если что, этот, они на машине, так что готовься. Так, а у них фул уже все. Нет, их трое. Трое? Блять. Уже меньше. Ну все. Они поехали там сколько-то человек. Ну да, я уже вижу. Если что, нашли и бензин, и все нашли. А, да. Ну ладно. А мы тут еще с каким-то чуваком. Самое интересное, они сейчас остановились рядом с туалетами, где как раз таки... Хорошо. Я копов вызвал. Слушай, поставь уже то, что этот копа приезжает быстрее. Надо бы. Откуда ж я знал-то, что... Там, кстати, машина едет, можно к ней бежать, они пытаются уехать. Ну, блядь, я без оружия, бесполезно. Нет, ничего. Я, кстати, пошел тогда бензин поставлю. Ну, иди ставь, да. О, там аккум есть еще. Да-да-да, там и аккумулятор. И у меня ключи есть. Хорошо, я тогда за этим. За акума побежала. Там как раз рядом с машиной. Блин, там машину они... А бляха, они на стрельбище, прикинь. Они что, издеваются, что ли? Да ко мне через стрельбище бежать к этой машине-то. А, ну к мне тоже. Я, походу, тебя вижу, да, вот рядом. А, не едьте к нам. Пожалуйста, не надо. Цени, кстати, да, кадры. Воу. Нормально, в темноте ни хрена не видно. Да, мы молодцы. Как потел, я застрял. Ты зря там, слишком близко, по-моему, нет? Ну ладно. Нет, он все равно с машиной тусит. Ну, бери бензин тогда, да, твой аккумулятор. Мы хотя бы очки поднабьем, чё? Да, да. А, мы вдвоем остались живы. Тут я уже выстрелила, если... О, конечно, молодец. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где ты там? Спасибо. Конечно. Как я могла подумать-то на воздухе же? I hope I'm doing this right.
У него такой голос, это пиздец. У кого? Эй, не придирайся твоего. К моему голосу. Ты уже ставишь, Акум? Тащу. Да, все ставлю. Сейчас, подожди, я возьму чем-нибудь стрелялку. Сука, Томми Джервис с нами еще. Блять. Ай-яй-яй-яй-яй. Че у вас там? Окей. Ты завелся? Вырубить. Ну так нет, ты не вырубишь, скорее. Ну да, вряд ли. Окей. Давай, бывей, едь. Давай. Джарвис еще жив, он с ним возится. Так от чего никто не залез-то? Да забей. Сигналит на F, если что. Красава. Остался только Джарвис. А, как, в смысле? А, он перемещение. Ай-яй-яй. Сейчас. Сука, я думаю, что у тебя такое странное в руках. Ну и все. Джарвис, он может уехать. Этот дом, по-моему, вообще пустой по оружию, сколько знаю. Ура. Я выбрал нужный дом. Я в нем тоже уже была. Джарвис, да, может уехать. Так че, он не уезжает? Он он где-то вообще бегает, по-моему, в бегне. Странно. Да. А, или он на полиции решил. Нет. Что-то дошел до воды. Что он делает? По бережку убежит. Джейсон понятия не имеет. Я вижу рот твоего персонажа. Не-не-не-не, стой, походу. Джарвис дошел до машины. Ура. Но он где-то рядом с тобой, что ли? Да, он где-то рядом. Джарвис где-то рядом. Что он делает? Пусть бегает. А чего ему не уехать-то было? Да, ни хрена не вижу, куда я бегу. Дошел до дома. Где Джейсон, я в душе не ебу. Да дело в том, что мне даже не в эту сторону. Мне вообще в другую сторону. Джарвис дупляет. Джейсон где-то... Джейсон где-то тут. У тебя, думаешь? Да, он, наверное, это включил. Стелс режим. Ну, судя по всему, да. Ну, блять, а где он? Ой, не знаю. Сейчас за углом такой стоит, такой, привет! Блин, я поставил... Скорее всего, копов ждет. Может быть. Копов ждет? Ага, привет, копы. Вот и вы, я вам рад. И самое интересное, у меня ничего нет защищаться. Верю. А, Джарвис завел машину, но водитель из него еще лучше, чем из меня. Так что... Понятно. Так он едет хоть? Ну, как тебе сказать? Или влезает? Он едет. И врезается. Молодец. О май гад! И судя по всему, за ним Джейсон пошел. И он приехал куда-то не туда. И Джейсон этому нереально рад. А сейчас у тебя есть все шансы спастись от
на копах. А где он там? Он за ним еще до сих пор? Да, он все еще за ним. Бегает? Да. Давай, Бри. На Иксе. На Иксе не добегу, если он появится. Все. Все, да. Сейчас не знаю, сейчас найти Джейсон. Так он рядом со мной. Уже да. Красава. Где Джарвис? Он едет там? Нет вообще? Джарвис все уже вышел. Машину загнал в непонятные ебеня. Давай, выносливости. Пожалуйста, есть! Красавец! Это второй Господи. Раз я так спасаюсь! Да что за фигня-то? Дайте мне нормально-то хоть раз спастись! И персонажами, которые умеют бегать, и персонажи, да, которые вообще прям мастера по сбеганию. Я не хочу ничего сказать, но у меня, блин, из подмышек Ниагара сейчас. Из двух. Две Ниагары. Седьмое чудо... Восьмое. Давай не будем смотреть, как Джарвиса. Мы их бросаем Джарвиса. Это уже да, второй Джарвис. Раз. Вообще, оба Джарвиса какие-то. Они из Team АФК, мы уже поняли. В общем, вернемся через паузу. Джарвиса все равно, мне кажется, убьют. Или может все? Что делать? Не-не-не, тут у нас еще есть. Это. Давай еще раз. Не. Так, блин, времени мало. Реально мало. У нас так минут что? 30-то есть. Нет, так что мы прощаемся, увидимся через паузу. Пусть хоть одна фиговина должна быть хреновая. Там, кстати, Джарвиса убили буквально спустя секунд 15-20, как мы отключились. Ну, последний. Копьеносец. Он что, теперь решил в каждую серию вписываться? В копьеносица. Это мы, кстати, опять играем на Crystal Lake. Я принцесса. Не смеяна. Мне не смешно, потому что я не знаю где. А, вот где я. А я рядом со стрельбищем. И я твоя. А, ну понятно, да. Любимец. И я в купальнике. Надо будет тоже как-нибудь купальники всем одеть. Не, я не всем надевала, я только что-то сделала. Прям вот сейчас на ходу? Конечно. Да. А ты что, не знал? Я люблю так делать. Так взяла и вместо скелета скелет сняла, и под ним купальник оказался. Все хорошо. Апгрейд скелета. А? Апгрейд скелета. Угу. О, я рацию нашел. Красавец, я тоже. Все, я рацию нашел. Все, я могу теперь сделать. Что-нибудь другое сделаем, да? А ты где? Я бегаю, я фиг знаю, тут дома. Браво. Неподражаемо. Ну, как бы на вопрос я дал ответ. А устроит или нет? Не, бы сейчас... Решать не мне, и не тебе, а вот этому коте. Которому коте? А, у нас... Который коте у тебя там? У меня все. Вообще все-все? Ну, в смысле, ну тут все... Ну нет, ну... А, да ладно, все. Я какая-то злобная принцесса, скажу... Скажу тебе и всем. У меня два ножа. Ракетница. Я, по-моему, убивать кого-то пошел. Как знакомо. Я бензин нашел. Я кого-то убивать пошел. Я бензин нашел. Да я прям... Че? Тут фьюз ставить надо. Я знаю, где надо ставить фьюз. А у меня Джейсон. Это сука. Плохо. Я еще промахнулась. Это плохо. Это очень плохо. Я а, ты так ты беги, там людей вроде много. Но я далеко от людей. Видишь, нет? О, он за кем-то другим пошел. Слава яйца. Только я коцнутый один раз. Самое интересное, фьюз не поставлено. То есть... В смысле не поставлено? Who have a fuse?
What was that? Чё, блин? Что ты спросил? Fuse. I know where fuse box. Да-да-да? You have fuse, you know where fuse box is, but you have the fuse. Yes. In house with a gas. On map. Okay. Ты как-то очень странно все объясняешь. Я говорю, в доме. Где? Газ. На карте. Нет. Посмотреть. Пусть на карте посмотрим. Господи ты. Как я объясню, в каком доме? Третий дом слева от Джейсона, которым сейчас расположен, где он сейчас стоит. Джейсон сейчас в туалетах был только что. В туалетах? Да. Может, ему надо было сходить? И дома там найти. Туалет ему там надо было найти. Ты жива? Да, пока. Так чё, никто не будет ставить фьюз-то? Ну чё-то я, по-моему, очень хуёво жива. А-а-а, он бежит за кем-то, он бежит, наверное, да. I said help. И я тут рядом, если чё. Блять. Медведи открыты, сука. Заебенно. Твою мать. Я вообще ничего не сделал, кроме газа. Я вообще ничего не сделала, кроме того, что промазала по Джейсону. И сейчас я закрыта в доме какой-то бабой. Это мужик. С бабой. И вокруг нас ходит Джейсон. И тут пробегаешь, типа, спаситель, да? Типа ты херел. А, Джейсон! Йоу, мэн. Сучка. Он капкан поставил. Эй, Джейсон! I'm here! What the fuck? Блять. Сука, тут Бенз. Сука, тут Бенз! Please don't. Выбегай, выбегай оттуда, выбегай. Не ту сторону, выбегай. Не ту. А там капкан с другой стороны, блять. Ну, беги, да. Так. Там Бенц, и я бегу в сторону дома, где еще один. А ты Бенц-то забрала? Нет. Ты тут Бенц-то. Там в доме забрала? Остался. Ладно, я сейчас в другом доме заберу Бенц, погоди. А в том доме это ориентир. Да? Мне его не забирать? Ну нет, ну забери. Только, по-моему, пусть он идет ко мне. А, нет, не идет. Так, хорошо, и поставить пойти попробовать? Да, да, поставь на лодку. На лодку? Сейчас заберу, блядь, только у меня ни ножа, ни спрея, ни хуи. А ты на лодку сейчас побежишь? Ну я сейчас еще лодка есть. А есть да. Лодка, прикинь. Здесь лодка. Так я же говорю сразу, что тут лодка. Ну, а где Бенц-то, блядь? Я его найти не могу. В доме, в доме. Не вижу. Где-то там. Kill me. Ты его, что ли, здесь? А чё, забрали, что ли, его оттуда? Нет, он отображается здесь, он но в доме, я его внутри не вижу. Дома, прям там положен, где-то в углу, я поднял там. Смотри, или висит на воздухе. У меня карты просто нет. А, вот, блядь. За шкафом-то заныкался, сука. Кстати, вообще. Установили этот, скажи, аккумулятор на четырехместную. Ну, там бенза не хватает. Скорее всего, там ключи у них уже есть. Сука, логично, что... Сука, блядь! У меня опять Джейсон. Он очень меня любит. Очень меня любит. Беги, вот отъебись, чек навстречу. Отъебись. Я хотя бы попытаюсь принести Бенц. Сука, да. Damn it! Окей. No. Красава. Бегите. Ставь, он этот, оглушен. Я ставить? Ладно, давай. Ну окей, Джарес, попробуй поставить. I can fix the car. Ну вот, он говорит, брось. Эй! У меня тут спрашивают. Сейчас я пойду возьму какое-нибудь оружие. Слышь.
anyone have car keys? There's a completely functional car here. I mean, like, can we just sit, boys? Come on, man. Понятно. Чего? Ключей-то нету. Ключей нет? Да? Слушай, что говорится. Что? Я вылазить не буду. At least my name isn't Mr. Newton. А ты где? Я okay. В доме. Вот тут в доме, ниже, туда, под машину. Я не знаю, у меня карты нет. Ты чё, Джейсон, такой? Вы пытаетесь уехать, серьезно? У вас там времени? Ёп, просто. А кого здесь ключи? Нет, это у меня тут ключи. А, чё? You have the party? Can't hear you, though. А-а-а-а, я убегаю, я вожу его. Бляха, я за... Is that a person? Воу-воу-воу-воу. That's windy shit for Grandpappy. Блять. Ай. Че, у тебя ключи есть? Нет, нет, у меня ключи нету, там сейчас подсаживается. Так. Why don't you want... Сейчас попадешь ты по мне. Это ты еще с ним носишься, да? Я еще до сих пор ношусь. А он все за тобой? Вижу. Что ты там делаешь? Я на машине потом еще ехать. Едь. А? У вас есть уже что? В смысле? Мы все уехали. Sweet Alabama. Какой Обама? Алло. Воу-воу-воу-воу-воу. Принцесска. А? Принцесска. Да я вообще вас затащил, вы уехали. Да, ты красавец. Ну теперь-то я умру точно. А! Ноу! Сейчас, попадешь ты в меня. А, сука, успеть. Ой, там дверь не закрыты. Вот это фейл. Ты, блядь, лучше бы самоубийством бы занялся. О-о-о! Сейчас! Слышь, Джейсон, отстань! Тебе 9 минут, если чё бегать. О, не, я не выжил. А, у меня всё закончилось, выносливость. За а, тебя да... тут болеют. Не, не выжить. А, нет, уже на другую девочку перешел. Она его оглушила спиной. Ладно. После этого полностью раскрошила биту. А кто имел фьюз? Он уехал, да? Не знаю. Скорее всего, да. Возможно. А мачете возьму. Буду его бить, короче. О, дубинку возьму. Где дом Джейсона? Все, я пошел домой к Джейсону. Все, он меня задрал. Ты все, ты один остался. Вот, блин. Тише. Будь тише. Я не вижу, где он. Ты же не ебу. Воу! Я даже испугалась, если честно. Мне выносливости не хватит. Сука! Она уж нормально бегает, нет? Нет, выносливости не хватит. О, тут еще некуда залазить. Бей его.
Не, Джейсон, я это говорила. Красава. Перебиту. Молодец. Воу. Хуёво. Why would you fucking die? Давай. А нахуя там же открыто? Там дверь открыта, блядь. Сею. Успел, красава. Давай. Умирай. Красава. Сучка. Было круто. My sweet Jason. Sorry, Jason. I am suicide guy. Now come on. Hey, what's up, buddy? No trouble. Короче, вообще получилось классно. Вообще нормально. Вот прям серия классная вообще, эта серия. Я забежал за тех, кого было невозможно бежать. И еще принцесса защитила свой народ. Пожертвовала собой. Прям роман. Без хэппи-энда. Прям можно написать роман. Без хэппи-энда, правда, но... Заебись, меня устраивает, что без хэппи-энда. Без копипаста. Я, кстати, если что, вышел. А, да, сейчас. Короче, это... ну чё, давай, говори хорошие вещи. Я, как обычно, пытаюсь сказать хорошие вещи, у меня, как обычно, плохо получается. А помба от меня все равно продолжает это требовать. Ну, в общем... Скилл? Да почаще... Да, скилл, правда. Ах ты на мне это в жизни. Ну, в смысле, ты же тут будешь, в смысле, это некрасиво сейчас для подписчиков так-то. Ну... У меня всегда есть ты, к тому, что хорошо попрощаться. Когда ты в одного будешь записывать, ты не будешь. Меня не будет рядом. Я буду четко, лаконично и без всяких соплей. Нет, надо вот именно наоборот, чтобы было желание прийти. А, ребят, вы вот любите сопли, я вот нет. Так не в соплях дело. Попрощаться, пожелать что-то хорошего, это одно. Сопли это другое. Хорошо, вы любите затянутые прощания? А, так затянутое прощание, потому что ты нормально не можешь сказать пару красивых, некрасивых, а таких, придающих оптимизм слов, и все. Короче, чтоб в вашей жизни тоже иногда встречались правильные самоубийственные принцессы. Самоубийственные — это плохо. Ну, самопожертвенные... Как это слово правильно произносится? Я не знаю. В общем, все поняли. Я не знаю, какое слово конкретно тебе надо. Жертвующие, типа, собой во имя справедливости. Есть эгоизм, а есть, короче, наоборот. Вот эти. Неоцентризм? А? Не-не, я просто так что-то сказал. В общем, пока. Всем хорошего, удачи, до новых встреч, увидимся. Пока.